Всем привет! У нас, как видите, утро. Мы балдеем. Некоторые из нас уже поменяли одежду, уже чистые, красивые. Некоторые из нас еще до ванны не дошли. Да, мы красивые мальчики. В общем, выпроводила я своих габриков. То на работу, то на это самое. В школу. Сегодня я планирую, ну, не знаю, получится или нет, на час пойти в школу, так как это будет соревнование вот этих лодок, о которых я рассказывала, которые мы делали из фольги. В общем, у Скарлетт она очень хотела, чтобы я пришла и посмотрела. Насчет Габриэла, домика, который он строил, я не знаю, если родители туда разрешаются, чтобы приходили. И, в общем, он мне никакой информации не дал, так что... А Скарлетт очень-очень хотела, чтобы я пришла. Так что мы будем планировать идти, смотреть, сколько монеток поместится в нашей лодке и как быстро она утонет. Вот. Также у девчонок после школы сегодня... будет ужин, который школа им покупает в юношеском здании церковном. Или школа, там, где здание... В общем, вот он, Тринити показывает. Здание, где Габриэл ходит в школу. В общем, их будут кормить какими-нибудь итальянскими макаронами, так как завтра у них будет соревнование, которое будет решать... кто из них пойдет, квалифицируется на штатные соревнования. Так, кто тут? Кто тут? Так хочется... Эльф on the shelf. Вот вам. Скарлетт, вот этот эльф так нравится. А мне подружка дала одежду своего мальчика, который он уже перерос. И он, да, Тейл. Ага. И это самое... Но этот размер на 4 года, в общем, только для Тринити. Я ей показала, она одела Скарлетт в слезах. Она хочет такую же пижаму. Я говорю, ну не продают сейчас такие пижамы. Такие пижамы сейчас не сезон на них. Говорю, если я найду, я тебе куплю. Ну, короче, там была истерика вчера. Которую я тебе вам не снимала, потому что я не делюсь с грязным бельем нашей семьи. Я такая о нем рассказываю иногда. Ладно. Пошла. Короче, я думала, чтобы это сама мама. Я поехала к маме, отвезла детей, чтобы поехать в школу самой без их помощи. Ну, я не успеваю. Позвонила маме, говорю, мама, я не успеваю. Мама говорит, да я уже расслабилась, переоделась. Я говорю, а мне еще надо малого разбудить, всех одеть, в корсеты всунуть, к тебе приехать вам в школу. Я говорю, не успею. В общем, мама меня спасает, приезжает. Посидеть с малыми, пока я туда съезжу. Может, я треньку возьму, не знаю, посмотрю. Итак, бабушка пришла. Я с тренькой ухожу. В этом холодильнике что-то клубнику она купила, лучше. Даже в холодильнике муравьи, ну нифига себе. Вот бабушка там. Мы побежали. Так, мы приехали. Они там уже. Дети вышли во двор. Куча родителей, не знаю, пробьемся мы или мы. Это самое. В общем, Тринка со мной, бежим. В общем, куча. Там вон тазики, короче, проверяют. И это самое. Монетки ложат в лодочки. Скали довольны, что мы пришли. Тринити тут раздает свои gummy bears всем. Hey, Trini, can you spin for me? Trinity! Trini! Trini! Can you spin for me? I want her to spin. Come on, spin! Ей! Какое платьечко бабушка дала! Моя звездочка ходит везде, со всеми общается. Общительный ребенок. С
сказали ждет своей очереди. Так, наша очередь. I did good. Thank you. Try to put pennies where there's none. Where the empty spots are. Yeah. В общем, я иду к машине. Не знаю. С это самое. С... You gonna open it? Okay. Вот хочется ее сама открыть. Okay, you got it! Oh, it's such a heavy door. Давай, заходи. Уже не знаю, что она снимала. Потому что из-за солнца мне не видно. Я снимаю на телефон. Ну, в общем, говорю, если вдруг я не засняла на видео, ой, подожди, тут конечно, что в ее лодке поместилось 38, окей, okay, can you go? Okay. 38 монеток. Я знаю, что у девочка с ее класса, у нее было 39. Так что, первое место мы не заняли, но достаточно много монеток это самое поместилось. Watch your leg, watch your leg. Потому что одна девочка там плакала, потому что у нее поместилось только 13 монеток. Так что мы еще ничего, мы еще более-менее неплохо это самое сделали лодочку. Мама сделала лодочку. Вот какой с меня строитель. Ну ладно. Садишься. А Тринка там делилась со всеми этими самыми своими гамми-берами. Такая была драйв-каш. Все, басиха. Сейчас я уже уезжаю со школы, я еду, куда? По идее, я должна ехать домой, но я хочу заехать в Росс по-быстрому, пока у меня шанс такой без беби есть. У меня Скарлетт завтра идет на день рождения. Это день рождения будет в тематике «Звездные войны». И она хочет купить какую-то футболку «Звездные войны». Она до такой степени, она уже мне толдычит об этом не первую неделю. Мне все было неохота идти в магазин. Это самое. Теперь как всегда. Ну, в общем, как всегда, в последний момент я делаю это. А, в общем, что я хотела сказать. Просто она уже дошла до того, что она, в общем, плюнула на меня. И нарисовала короче, слова «Звездные войны» на бумажке, разукрасила, вырезала, наклеила клейкой лентой на футболку и решила, что она в этом идет на день рождения. Я посмотрела, говорю, это, конечно, очень симпатично, чисто потому что она сама сделала. Но, с другой стороны, я, конечно, ее в этом позорище не пущу. Вопрос только в том, будут ли там футболки ждать меня, понимаете, именно вот «Звездные войны». Пожелайте мне удачи. Тебе не помогаешь. Мы в Росе. Бэтмены есть. Надо искать «Звездные войны». Я в мужской секции пацанячий. В надежде, что здесь будет какая-то футболка со «Звездными войнами». У девочек в основном такого нет обычно. Но это, по-моему, мы в слишком маленьком размере. Тринити, что ты делаешь?
Почему эта девушка помогает мне? Я не знаю. В общем, идем. Ей. Ну вот, я нашла Star Wars в мальчишечьем разделе. Только это мужская кофта. Это large. Блин. Ну это огромная футболка. Ну я возьму, если... Так, Тринка, спасибо. Если другого выбора нет, то я, конечно, возьму. Будем ей завязывать его или что. Ну, пока что так. Что? Короче, мы пошли в мужскую секцию, там, где поменьше размер. А очень ничего не нашла со Star Wars. Зато смотрите, что я нашла. Какую футболку. Среди равных. 4,99 стоит. Ага. Вот. Прикол. Так как тренер себя хорошо вела, я привела к игрушкам. Может, она здесь... Не знаю. Может, куплю что-то, может, нет. Но пусть поиграет. Футболку мы так и не нашли. Так что будет... Будет вот это. Боже, какая же она громадная. Будет как платье. Теперь я заехала на бензоколонку. Надо купить бензин. Мне надо еще заехать в банк. Заплатить за землю. И... Уже времени не будет, даже не знаю, будет ли резон заезжать мне домой или нет. Ну, спрошу маму, если ей надо было. Вообще, мама справляется нормально сама, так что заправляем и едем в банк. Проезжаем школьную зону. Вот тут такой специальный дядя. Он помогает ученикам переходить через дорогу. Это тетя, упс. В Америке не понимаю. Здесь в таких зонах надо ехать намного медленнее. Обычно я пытаюсь их не проезжать по таким дорогам, потому что я когда-то заработала очень-очень большой штраф. Правда, не за такую зону. Но, кстати, за такую зону, если ты превышаешь скорость в такой зоне, то штраф $250. Как я это знаю? Я думала, я записывала, а я ничего не записывала. Ты? Тут проболтала вам целых 2 минуты. Ну ладно, я в банке пошла. Это, если будет возможность, потом расскажу. Пошла я оплачивать землю. В общем, пересмотрела я видео, почему... Ничем я остановилась. Почему я знаю, какие штрафы надо платить? $250 на школьной части. Это потому, что когда-то я проехала мимо школьного автобуса. У нас школьные автобусы останавливаются, потом у них значок такой выдвигается, стоп. И огоньки мигают. И это означает, что все должны останавливаться. Никто не должен проезжать мимо автобуса, потому что дети выходят с автобуса, могут переходить дорогу. Это так же, как на стороне, где автобус, и на противоположной стороне. Если... Единственное, что на противоположной стороне, если, например, эту дорогу разделяет такой вот как островок, бордюр, там, с травой, то можно проезжать на противоположной стороне. У нас бордюры не было, я проехала на противоположной стороне, не заметила автобуса. И уже проехала мимо некоторую дистанцию, и вдруг меня полицейский останавливает. Я вообще не в курсе, что такое. Я только год водила в то время. И, в общем, выписала мне штрафной. Мне пришлось пойти в суд. В суде было человек так 35, наверное. И из всех этих людей у меня был самый большой штраф. $500. И там много было нарушающих, которые проезжали мимо школьной части. Мне было $250 штраф. Так что, если вы живете в Америке, осторожно, где вы ездите, и смотрите в оба, когда видите оранжевые автобусы. Короче, сегодня что-то я не в курсах, что происходит. Из-за вот этой олимпиады умственной, или как это называется, я подъехала к школе Габриэла, к зданию его, и там пусто. И мне одна из женщин вышла, говорит, что все теперь в этой начальной школе, там, где Скарлетт, в общем. Видно, у них это домики их, которые они строили, их там, наверное, судили.
В общем, еду я в это здание забирать их обои. Хорошо, что малого нету, а то бы пришлось вылазить. Да, здесь куча машин. Так что пойду забирать своих гавриков. Окей, well, I wanna, в общем, вот это дом Габриэла, который он построил. I thought I would place on the hair. That's pretty cool looking. Very nice. Но он получил медаль только за математику. What was it in math? What kind of competition was that? They just give you a math worksheet and whoever gets the most answers right. Is that also in the Brainiac wall? Yeah. Okay. I'm so sorry. It's in a bag. In this bag. Does Trini have it? No, Trini, that's something maybe you can share. No, in this bag. In this bag, you're not looking. Right there! Wait, why is she getting this? Because she's been asking for it for a long, long time. That's the only one I found. Turn it. Turn it around. I mean, are you looking the right way? Yes! Okay. No! Well, it's more like a dress, but hey. Yeah. Thank you! You're welcome. We'll try to make it smaller. Do you have a drink? Not, no. They're not fresh, they're yucky. В общем, это самое. Оказывается, Габриэл заработал медаль на третье место. Кроме вот этих строительства домов, в каждом классе, первом, втором, третьем, короче, они берут еще какой-то соревнование у них по математике. И я забыла об этом, я вообще даже не в курсе была. Вижу, он с медалью, он говорит, я по математике получил место. В общем, третье место из всех... Мам, я не могу фаззи хэтчабл! Вау! В общем, у них четыре... Это фаззи ван! В общем, мы там купили игрушечку Тринити, и теперь Скарлетт ей помогает. В общем, куча возбуждения. В общем, он получил третье место из всех четырех шестых классов. Так что, вау, молодец! Домик его не выиграл, он надеялся, что хоть какое-то место получит, но не получил. Насчет Скарлетт, я не знаю, может, почему они их не обозначили победителей. Сейчас они это будут говорить им в понедельник, может, потому что, чтобы они не плакали в аудитории, не знаю. Ну, в общем, понедельник мы узнаем, кто выиграл и какое место. В общем, забираю я своих детишек, едем домой. Девчонок я не ждала, потому что, как я с утра вам говорила, они едут есть ужин в юношеской церкви. Это включает Рики, так как Рики тоже один из бегунов, которые едут завтра на тренировки. И Рики их привезет домой. Я так поняла, Рики будет у нас вечер проводить. Ну, по крайней мере, мне их кормить не надо. По крайней мере, их кормить мне не надо. А других надо. В общем, что еще хочу сказать вам? Анжелика заказала, чтобы я купила зерна попкорна. Потому что Рики любит горячий попкорн. А так как у нас нету микроволновки, по нашему собственному желанию, не потому что мы бедные, несчастные, потому что у нас когда-то микроволновка полетела, и мы решили, что нам микроволновки в доме не надо. Это экстра, ну, в общем, не знаем, до какой степени она вредит здоровью, зачем оно надо. И мы решили не покупать новую микроволновку. У нас микроволновка была над моей плитой. Так что я думаю, когда я снимаю, там вы видите, у меня не хватает плитки. Короче, там обитая плитка на стенах. В общем, Дэнни надо доделать это дело, потому что мы сняли микроволновку, а плиты за ней там он же ж не клал.
И теперь надо что-то придумать, какой-то дизайн. И, в общем, пофиксить, ну, исправить это дело. Ну, так же, как до моей комнаты, это будет еще долго руки вот доходить до этого. Ладно, надо бы забежать в магазин и купить попкорн. В общем, едем. Короче, это самое, позвонила Дэнни и, в общем, попросила, чтобы он попкорн купил. Он купит попкорн. Так что не буду заезжать в магазин, еду домой, освобождать маму и обнять моего мальчика. Мы домой пришли, а бабушка тут усинульку выгуливает. Тетя Васлёчка, вот как нам спится хорошо на солнышке, на свежем, то есть на свежем воздухе, да? Красивый мальчик. Девчонки играют во дворе. А? Своими маленькими хэтчимолами там играют. Они уже намочили себя со шланги. Okay, late. I already did. И мы с Джашиком сидим. Ему нравится здесь на улице. Он капризничал внутри. Мы вышли на улицу. Видно, ему нравится свежий воздух и вот этот шум птички. Сидим спокойно. Блин, я даже не заметила, как у нас листья уже на деревьях появились. Какая красота. Вот я, когда мы дом покупали, я хотела дом с деревьями большими. Не просто там маленькими. И Господь, и залу с камином. Господь Бог знал мои желания. Вот, вот вам одно дерево. Вот вам второе дерево. А это камин. Ну, задняя сторона. В общем, мы немножко закутались. Потому что мало ли что долго здесь сидеть, конечно. Малышу может будет. Он, слышишь, не пытается разговаривать. Да. Ручки замерзли, там пеленку его замотаем. Шапочку. Вообще очень тепло, но мы в тенечке. Как тебя все любят. Зашли с Джашиком вовнутрь. И он начал капризулить. Выхожу во двор. Все, спокойный, счастливый парень. Уже прибалдевает. Будет у меня парень, любитель природы. Да, это хорошо. Девчонки написали, что они в пути домой. Мы на крылечке. Кто-то спит. Приехали мои гаврики. Я. В общем, Денис и Скарлетт поехали к Керри и Джонатану. Она давно ее не видела, уже несколько, наверное, пару недель точно. Вот. Джашик что-то разъели пенилась и не пенился. Мне пришлось выйти на улицу, только так он успокоился. А так ноги то вытягивает, животик такой весь тугой. Ну, в общем, колик у нас был. Вот. У Анжелики Рики приехал же, они смотрят там какую-то передачу. Ну, я в основном с малым. Джульетта только что красила, я пропустила этот момент. What have you seen? That's the call. Is that the main one? Ой, что-то я устала, я заснула в кресле. Малыш уже давно в кроватке, а Тринити пришла. Села со мной, и мы вместе заснули. Деннис и Скарлетт вернулись, так что я отнесла Тринити в кровать и сама иду готовиться в постель. Так что буду с вами прощаться. Желаю спокойной ночи. До новых встреч.